Давай. Иди сюда. Есть. Клево всем, друзья. Приехал на рыбалку, на водоем. Приехал, был очень сильный туман. Температура воздуха 0 градусов. И самое интересное, туман выпадает росой на траву и начал замерзать. Сейчас вторая половина марта началась. Так. Я приехал ловить карасика на один из степных водоемов Краснодарского края. Приехал, был туманище сильнейший. И так как вода еще очень холодная, а у нас весна в этом году затяжная, вроде бы плюсовая температура днем началась рано, а вот ночью минус. И в итоге весь миляк, температура к утру до минус 3 опускалась, практически вот большую половину марта. И водоем весь миляк покрывался тонкой корочкой льда, температура возле берега была 3-4 градуса, вода не прогревалась, и карась не выходил к камышам, еще стоял, продолжал на глубине. И вот сейчас наконец-то температура стала плюсовой все время, за исключением сегодняшнего дня, вот был 0 градусов. Но тем не менее, приехал, корочки нет, только вот туман подмерзал. Вода холодная, рыба очень неактивная, по этой причине обязательно на карася нужен грунт, чтобы его спровоцировать на активность. Планировал набрать скротовок, сейчас весна, активность скрота. Иди сюда, какой хороший. Сход. С кротовками возникла маленькая проблема. Вчера был дождь, поэтому кротовки сунулся, они мокрые. Хотел сначала грунт просеять. Иди сюда. Ух, нифига себе, слушай. Вот это мне нравится. За бороду. Бородатый. Отличный карась. За бороду он в районе 300 грамм весь. Охренительно. В общем, кротовки мокрые. Сначала хотел сеять, не получается практически, грязь. Поэтому ходил, выбирал по кротовкам, которые по суше, и уже брал без просеивания. В принципе, так как я на поплавок, сеять и не обязательно, если там небольшие комки. Прикормка, как всегда, черная, мало пылящая, но смотрю, именно ту, на которую я взял в этот раз, много частиц, которые будут плавать, ну и хрен с ними. И прежде чем выкладываться, замешал прикормку. Пока расставлял, ставил платформу, собирал удочку, выставлял глубину, все отбил, глубину выставил. Ветра нету, начну с поплавочка. С грузоподъемностью 1 грамм. Коннектор у меня из тряпочки, как на большинстве китайских удочках спортивных, он пластиковый, на китайских вот такой, поэтому тут просто накидывается петлей, удавочкой.
выставил. Как раз прикормка, так как холодно, ну, 0 градусов, ну сейчас может плюс 3. Настоялась. И у меня еще был крупный мороженый мотыль. Остатки еще с прошлого года. И я в прикормку добавил вот этого мороженого мотыля. Все, в магазинах мотыля нет у нас. Поэтому только такой. И хорошо, что он у меня был. Я добавил как раз тот компонент, который должен был удерживать рыбу на точке. Прикормка у меня получилась где-то 1:3-1:4 с грунта. То есть на одну прикормку 3-4 части грунта. И мотыль там. Все. В итоге получилась хорошая, тяжелая, липкая прикормка. Закормил сразу много. Положил много шаров. Большую часть того, что было, выкинуло. Выкинул. Оставил чуть-чуть на подкорм. И вот первые поклевки. Рыбки, вот они. Вот слегка притопил. А там шикарнейший каразик. Просто граммовый поплавочек притопил. Офигеть. Какой... Не пышу, не пышу. Поводок 0,12 у меня. Крючочек 12. Да, отличный карась, ребят. Вообще шикарный. Народ куда-то ездит далеко. Всякими каналами. Места забивает. Ну, я гарантирую, если бы я ловил на донке, если бы ловил на донке, ничего бы не было. Тут громовый поплавок слегка притапливает. Все, рыбка есть, она зашевелилась, все. Карася можно ловить вовсю. Уже тем, кто на мормышку в камыше ловит, тоже им смело можно его ловить. Фокус, оп, вот смотрите, вот это поклевка, ребят. И мимо. Вот это вот была поклевка. Слегонца притопил и повел. Все. Сейчас, может быть, чуть попозже потеплеет. Температурка повысится, и он может активизироваться. Ну, если будет пасмурно, то, возможно, этого не будет. Небо пасмурное, затянутое. Спонсор канала — интернет-магазин мебели, студия мебели, мастерская. Большой интернет-магазин качественной, фабричной, недорогой мебели. Каждый сможет найти для себя мебель по вкусу и деньгам. Цены в 3-4, а то и в 5 раз дешевле, чем у мебели на заказ. При этом это фабричная, сертифицированная мебель. Большой выбор спален, прихожих, детских, кухонь. Вся мебель очень высокого класса. Большой выбор модульной мебели. Модульные спальни, модульные прихожие, модульные детские, модульные кухни. В модульных программах можно купить хоть один шкафчик, хоть собрать себе гарнитуру. Цены при этом, как я говорил, намного дешевле мебели на заказ, но более высокого фабричного качества. Вся мебель имеет обязательно сертифицированная. Ссылку оставлю в описании. Заходите, смотрите. Мебель дешевле, чем на маркетплейсах, значительно. Мебель дешевле, чем у ваших магазинах. Интернет-магазин. Отправляем по всей России. Заходите, смотрите. Мебель во. Иди сюда. Подлещик. Сопливчик, ребят. Оп, сопливчик. Кто-то ее кусал. Хищник. Сопливчик. Ну что, можно подиповать. Попробовать. Ну, начнем что. Кукуруза, укроп, специи. Сладкая со специями. Солнышко пробивается и чуть-чуть теплеет. Хотя платформу ставил, все выставлял, так
даже слегка вспотел. А сейчас сижу, прохладно. Вот думаю, может пойти одеться. Иди сюда. Вот это да, вот это да, блин, вот это кайф. Смотрите, вот это кайф. Нифига себе. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, ребятки. Вот это кайф. Все там В2. Канал еще куда-то, садки. Во, офигительный. Не зря я разложил подсак. Повторим. Повторение мать учения. Иди сюда. Он почти сразу клюнет. Уже вторая поклевка, столько забросил и сразу. Охренительно. Чуть-чуть поменьше, но тоже огонь. Шикарно. Вот это кайф. В бой. Я просто в восторге, друзья. Я уже кайфанул по полной. Карась, подлещик, плотва поймал. Стоял бы гусиное перо, или да даже, наверное, 3-граммовый поплавок. Я поклевок бы не видел, друзья. Ну, просто бросал бы. Вот такие вот карасики клюют на граммовый поплавок. Ну, вы сами видите, еле-еле. Вот на фитер надо 0,5 кивертип максимум ставить. Максимум 0,5. Нет, конечно, лучше 0,5, но максимум 0,75. Вот так вот будет более правильно. Максимум 0,75. 0,5 здесь был бы идеальный. Оп-оп-оп, притопил. Мимо. Пшикаю, ребят, пшикаю. Два раза пшикнул, и поклевка была более быстрая. Иди сюда. Да, друзья, грунт рулит. Холодная вода, грунт, мало прикормки, неактив. Мотыль в прикормке, и вот вам счастье. У меня огромное количество видео на канале это доказывают. Ну иди бы по холодной воде, именно по холодной, тоже бахают. Поклевочка, поклевочка. Давай, 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 давай. Идет аккуратно, еле-еле, вода холодная. Иди сюда. Сопливчик. Друзья, монтаж использую спортивный, с подпасками. Вот у меня основные груза. Вот два подпаска. Маленькие подпаски, граммовый поплавочек и подпаски максимально маленькие. Я их ставлю по два, так как мне сейчас нужно заякорить, а идет тяга. Я их два рядом поставил, подпаска. Можно один, не было бы ветра, можно вообще один ставить, остальные убрать. Ну, мне нравится вот ловить на два подпаска. И еще один груз опустил.
от основных, чтобы чуть-чуть быстрее доходило до дна. Очень один из самых чувствительных монтажей. Как я их делаю, есть на канале видео. Оставлю ссылку. Холодная вода, громовый поплывок, поклевки вижу. Вижу, как цепляет леску, как рыба ходит, все вижу. Но этот монтаж не для всех. Это чувствительный очень монтаж для ловли на одну удочку. Этот монтаж надо все время леску контролировать. Когда у меня начинает вытягивать дугу, я ее обратно перекидываю. Тогда его не тянет, он стоит на месте. У меня навязаны разные монтажи с разной грузоподъемностью поплывка. И от условий я просто меняю монтажи. Вот будет сейчас некомфортно, допустим, сильный ветер поднимется и будет сильно тянуть. Очень сильно. Я возьму, поставлю 2 грамма, 1,5, 2,5, 3. Какой мне нужен монтаж? Так как все у меня монтажи одной длины, поплывок я отметил, когда отбил глубину, и просто обратно выставляю эту глубину сразу, и дальше уже ничего второй раз делать не надо. Помельче, но тоже хороший. Класс. Ребят, у меня есть телеграм-канал, ссылку оставлю в описании, заходите, подписывайтесь. Там я выкладываю что-нибудь практически каждый день. Иди сюда. О, бешеный карась. Офигеть. Хорошенький. Опа. Это было что-то с чем-то. Бешеный карась. Не, ну блин, я в восторге сегодняшней рыбалки. Это кайф. Таких карасищ. Да, такие монстры и такие нежные поклевки, конечно. Ого! Утоп красивый был! Резкий бульк! Хорош! Вот это карасямба! Конечно, не такой, как сход сегодня был. Не такой, как сход сегодня был. Карась сегодня просто сказочный, ребята. Просто огонь. Холодный. А он такой холодный. Так, что-то новенькое. Ветер чуть-чуть спину стал дуть. Ветер что-то сегодня не устраивает. Он пробует разные варианты, да? Поклевка, поклевка. Вот это вот такие поклевки, ребята. Вот такие сегодня поклевки на однограммовый поплывок. Питон довольно хорошего карася. Как хорошо стало ловить ветер в спину. Закидывать удобно. Вообще сказка. Иди сюда. Кто это там такой, а? Бойцовый карась. Бойцовый в этот раз. Отличный. Отличный бойцовый карась. Вот такой. Красавчик.
Охренеть! О, да тут цельная куча. Ну что, ребята, рыбалка удалась, все супер. Все сделал правильно. Рыбку поймал, кайфанул. Ведерко опять. Как-то вот так. Это карповый подсак большой. Как-то вот так, ребят. Все супер. Все, как и должно быть для холодной воды. Но сегодня карась повел для этого времени года необычно. Обычно рыбалка реально начиналась с 10 примерно утра. До этого он еще прохладная вода, не активничает обычно. А с 10 с прогревом, и чем ближе к обеду, тем активность возрастает. Сегодня было не так. Буквально через 15 минут после бешеного закорма, огромного количества земли с мороженым мотылем и прикормкой, карась пришел и начал клевать. И первые минут 40 это было что-то нечто. Он клевал вот так вот, отлично. А потом стало хуже, хуже, хуже. Начал вертеть ветер, начало выглядывать солнышко время от времени, теплеть, и клев стал сходить на нет. При этом на точке он был. И моя задача была менять что? Что ему дать, как, значит, без дипов не было бы вообще вариантов. Дип и без дипа — это 2 на 100. Вот так вот сегодня было. То есть без дипа закинул — тишина, с дипом закинул — поклевка. Работал однограммовым поплывком. Во время активности рыбы поклевки было видно хорошо. И потом качество поклевок стало сходить на нет. Последних нескольких штук я поймал, я поклевки даже не видел. На граммовый поплывок с маленькими дробиночками, которые лежат на дне. Там вообще там зернышко маковое. То есть он брал, заглатывал и стоял. При этом я вижу, что шевелится, рыба ходит. То есть я ему создал грунт с прикормкой, где прикормки очень мало, создал поле, в котором ему пахнет, он плавает, дышит, прикормка попадает частицки ему в рот, он чувствует питание, а жрать нечего. Единичные мотыли, которыми он не наедается. В итоге вот какая-то активность у него поддерживалась. То есть с утра была хорошая активность, потом он тормознулся наглухо, он встал. Но из-за того, что я ему создал вот эту вот иллюзию обмана, что он еда есть, ее надо найти, и он хоть как-то шевелился. Без этого, я думаю, было бы вообще бы ноль. Значит, при активности опарыш на ура. Чем выше активность, два опарыша сработало хорошо. С падением активности опарыш начал сходить на нет. С двух упал до одного, потом начало работать с подсадкой мотыля. Хотя был момент, даже на мотыль плохо брал, на опарыш берет, на мотыль нет. А потом стал работать с подсадкой мотыля и обязательно дип. Вот так, друзья. Карась сегодня, как всегда, преподнес сюрприз. Но я его обманул, я его поймал, удовольствие получил. До новых встреч, друзья!